Напомним, в текущем году в соответствии с обновленным содержанием образования зарплата преподавателей, прошедших квалификационный экзамен, повысилась на 30%. С началом же нового учебного года она повысится еще на 50%. Теперь же ожидается реализация послания президента страны народу Казахстана, где четко прописано принятие в следующем году закона о статусе педагога, согласно которому сократится нагрузка, прекратятся непредвиденные проверки. Эти и другие вопросы были обсуждены в ходе семинара учителей. Согласно поручению главы государства, изложенном в главном документе страны, с нового года повысится зарплата преподавателей образовательных учреждений. В настоящее время в Жамбылской области работает свыше 25 тысяч педагогов. В ходе же семинара был озвучен ряд предложений по эффективной реализации одного из направлений послания президента о статусе педагога. Кроме того, участники отметили и о значимости английского языка, так как в ближайшее время некоторые предметы будут преподаваться именно на этом языке. С 1 сентября 2019 года уроки физики, информатики, химии и биологии будут проводиться на английском языке. В связи с чем на сегодняшний день в нашей области более 800 педагогов, преподающих эти предметы, прошли курсы повышения квалификации. Среди тех, кто будет преподавать уроки физики на английском языке, и учитель областной школы-интерната для одаренных детей Ершан Жумадилов. Качество образования нашей страны значительно повысилось, и для воспитания конкурентоспособных специалистов я приложу все усилия, отмечает Ержан. Могу с уверенностью сказать, что наша система образования намного выше, чем в других странах, так как я проходил практику одну неделю в Англии. У нас же использование информационно-коммуникационных технологий намного шире. Мы используем электронный дневник по цифровизации, мультимедийное видео, проводим виртуальную практику по физике. Стоит отметить, в текущем году около 500 учителей области приняли участие в различных проектах и заняли призовые места. В республиканском же конкурсе «Лучший педагог померится силами» 4 учителя нашей области. Мадияр Серик, Перизат Куатова, Санат Аралбек, 77 News.